Если вы хотите меняться каждый день, не обязательно обновлять целый гардероб. Добавьте еще одну базовую вещь, например, брюки. Брюки Татьяна. Свет, это наши действительно фавориты, многие выбирают для себя именно это решение, но я каждый раз не верю своим глазам. Неужели настолько нежные, настолько хрупкие брюки еще и утепленные? Ты хотела сказать зимний вариант. Да. Представляете, дорогие мои, да, Риша, я согласна с тобой, это зимний вариант, но при этом никаких лишних сантиметров. Очень часто бывает, что мы поддеваем под себя плотные колготы, но при этом наши бедра растут. Что происходит с нашими брюками, Татьяна? Эти брюки не только утепленные, они еще и утягивают ваши формы, дорогие друзья. Весь секрет, конечно же, в ткани. Мы видим с вами, весь секрет закрыт внутри. Это флис. Встречайте, дорогие мои. Если у вас есть внуки, дети, вы знаете, что флис добавляют в детскую одежду. Это прекрасное тепло и мягкость, но теперь не только для детей, но и для вас. Как это удобно, посмотрите, никаких теплых колготок, которые постоянно приходится поправлять и натягивать, никаких объемных брюков, а значит лишних сантиметров на наших бедрах. Стройный, женственный, уточенный силуэт и при этом еще и длинные, красивые, стройные ножки. Зима уже стучится к нам в двери. Вы к ней готовы? Вы подготовили себя и свои ножки? Если нет, выбирайте брюки Татьяна, ведь это хит, это лидер. Уже многие женщины отдали свое предпочтение именно этой модели. Сейчас мы не только расскажем, мы вам еще и докажем, что наши брюки на утепленной флисовой основе делают вас еще меньше. Итак, записывайте готовый образ. Мы обещали сегодня подобрать для вас те вещи, которые будут сочетаться не только друг с другом, но еще и отдельно. Итак, давайте посмотрим. Фундамент нашего гардероба составляют брюки. Изменяя верх, вы будете меняться на глазах. Наша Лали сегодня выбирает стильную блузу кружева и дополняет себя еще и жилетом березка. Посмотрите, насколько эффектно. Но при этом женщина утепляется не только при помощи теплого жилета березка, но и наших брюк на флисовой основе. И вы уже сейчас можете позвонить по бесплатному номеру телефона и заказать для себя не только брюки Татьяна, но и весь образ, который вы видите на нашей модели Лали. Посмотрите, насколько подтянутый смотрится силуэт, насколько стройные ножки. Вот так, без тренировок, без диет, без усилий наша Лали стала на несколько размеров меньше. Хотите такой же эффект? Тогда прямо сейчас звоните, ведь размеры есть от 48 до 70, и многие из них уже заканчиваются. Свет, но вопрос еще к посадке, ведь в больших размерах сложно выбрать именно область талии, область животика. Ариночка, ты совершенно права. С этой проблемой сталкивается каждая вторая женщина. Это говорит не только о том, что у нас лишний вес, это говорит об индивидуальности фигуры. Очень сложно подобрать такие брюки, чтобы они сели и на бедрах, и на зоне талии. Что делает компания Палла? Для вас, дорогие модницы, она придумала решение. Это эластичная лента. Высокая посадка брюк обеспечит, ваши бедра будут стройнее. Посмотрите, вот она, эластичная лента. Вам очень комфортно и удобно. Лали, можно я задам тебе вопрос? Ты в этих брюках, дорогая, вот расскажи, они тебя утягивают, они стесняют твои движения или тебе легко и комфортно? Нет, мне очень нравится. Ну что ж, дорогие модницы, словом «не нравится» вы будете слышать всегда и видеть свое отражение в зеркале. А главное, вы не будете с ними расставаться. Вы только представьте, теплые зимние брюки, которые моделируют ваш силуэт. Зона живота, посмотрите, насколько у нас утянута. Наша Лали носит 54 размер и выбирает для себя брюки Татьяна размер в размер. Эти брюки творят чудеса. Вы можете постройнеть сразу на размер, а то и два.